Она говорит, что ее заставили, это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать с Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят, еще чего-то и так далее. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Но если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда, поверьте, никогда я не ставил так вопрос. Она пришла, вот генерал Павлюченко, к нему и просит, скажите президенту, я хочу уехать. Так было дословно. Ты мне доложил. Я говорю, ну пусть едет. Это после того, Валерий Павлович, каких хотели сжечь в этом доме, помнишь? Когда я тебе приказал Альфу снять с улицы, он кричал, Александрович, как Альфу снять, а не дворец независимости? Снимай, говорю, с тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом. Сожгут же негодяи, у нас обвинят. Это все было подстроено спецслужбами, когда они собрали всех этих координационных советов и прочее и повели в отдельный дом. И эта дура туда поперлась. Но благо, что у нее там в окружении, я уже где-то рассказывал, был кто-то из наших военных, охранял ее. И он сообразил, что быть в беде, зачем нас туда собирают. И он понимал, кто может решить этот вопрос. И он позвонил в МВД, да? Казакевич, по-моему, занимался в МВД, да, Казакевич. И я, ну, буквально, ну, вот понимаете, интуиция. Валерий Павлович говорит, немедленно снимай Альфу. Переодень, чтобы не военные были, а гражданки. Но продемонстрируй, что мы уже увидели, чего они хотят. И это нас спасло. И это, по-моему, на следующий или в этот день она прибежала. Я говорю, хорошо, МВД, передайте ей, МВД поможет. Уже в деталях рассказываю, коль она отозвалась. Поможет тебе выехать к детям. Про мужика, про слово, ни слова. Ну, попросила бы. Она попросила какую-то с Витебска семью, да? И что ты эту семью там на границе ожидал, она приехала с мужем и детьми. Мы сделали все, что просила. Ну, едь к детям, мы понимаем. Я вообще против женщин не воюю. Не успели выехать, звонит Александр, говорит, что у нее нет денег. Я говорю, возьми, не буду говорить, компании, попроси, государственной компании, попроси, сколько хочет, 15 тысяч долларов, да? Дай 15 тысяч долларов, пусть едет, это все-таки дети. Вот что было. И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка. Первый раз о ней говорю, хоть с женщинами не воюю.